Всем привет! Привет! Вы на канале Мистер Чечня и Мистер Хамов. Ребята, нам прислал паблик фруктовый, ссылка на него будет в описании, фрукты. И сейчас мои детишки будут угадывать, им же мало годиков, что есть этот фрукт. Миссис Олежа. Можно я попробую? Попробуй. Вкусно. Это черемуха. Ну и дуля. Мистер Чечня. Ваши. Твои, как тебе? Не то, что мы ели в Греции, не так ли? Это вишня. Правильно. Черешня. Правильно. Вот тебе яблочко, подсказочка. Яблочко. Яблочко. Яблочко фруктовое. Вот перед тем, как снимать видео, я видел, как мистер Чечня соску спрятал. Папа тоже любит дуть, дай-ка мне подуть. Не-не-не. Папа с дядей Васей, блядь, еще как дует. Ешьте, пробуйте давайте. Это яблоко. А то просмотры упали в конце концов, да нуля, блядь. Как потом мы будем жить-то, блядь? Уже за фрукты снимаем. Не семья, а дебилы, это блядь. Банан. С мамой вашей разведусь, блядь, ёбнутый проститутка. Это банан. Ни один из на меня не похож, ёбаный в рот-то, блядь. Ни одно чмо. Чмо, блядь, чмо жри. Вот, на. Киви. Одно киви, блядь. Это не тот киви, который с Донбасса, блядь. Киви плюс 7, 64, плюс 66, 64, 52. Я не понял. Я не понял. Почему досочку не взяли? Кто за это будет платить? Папа заливает видосики на канал для того, чтобы, блядь, денежку заработать на это вот. В угол сейчас пойдешь, блядь. И не надо мне тут корчить. Тебе уже не первый год, блядь. Все постоянно же отцовские руки, приемные детишки, блядь. Вас надо было в детдоме оставить. Кому самый большой? Самый большой? Самый большой. Самый большой доченьки на планете, блядь. Вот уже большая барышня, доярышня. Режь. Папа научил, как резать, блядь. В 45-м. Это апельсин. Ебало вообще завали. Я не понял, как ты с ним в одной комнате вообще живешь? Понимаю, я тут с твоей мамой ебусь, но, блядь... Мы подслушали, мы то же самое делали. Отвечали. Тихо. Мама уходила из дома. Хорошо. Я заметил, что у меня баночка стала убавляться, которую я копил еще до вашего рождения. До вашего, точнее, приемного рождения. О! Мои дети дебилы, блядь. Они пили мою сперму, я не понял, ты что соску-то, отдай мне соску, блядь. Хватит тебе сколько лет-то соской, блядь, все время находишься тут. Соска, еще и тройная соска, Балтика, троечка, блядь. Тебе надо фрукты, чтобы быть здоровым и сильным. Большим, биг уледжа будешь ты. А ты биг, точнее мил Чечня. Нужно новые каналы создавать. А вот это, это то, что я ни разу сам не пробовал. А вот это, чужие, потому что меня призвали в Следственный комитет. Нож детям не игрушка. Мы не в Чечне. Мы не в Пензе. Оп. Смотрите, как папа разрезает. Папа может. Папа может. Это же... Я рекламу проплатил, блядь, на ваши деньги все, которые я на вас заработал. Реклама. Папа может. Папа, ты нас убьешь, быстрее этим ножом что-то отрежешь. Папа может, блядь. Папа сейчас заможет, блядь. Жри. С ножа, как дядя Вася, можешь? Жри. Ну, вкусно? Вкусно? Ну, что, не вкусно? Ты что, едой-то кидаешься, блядь? Нормально ведут. Нас кормят 20 лет. Еда, шарики, все, что здесь есть продуктивное и непродуктивное, это все деньги. Ты нас 20 лет дерьмом кормишь. Ты
20 лет дерьмо, блядь, их кормили. Вот неблагодарные суки. Ну, мне такие говорили соседи, в пизду отказывайся от них снова.